Сирия готова к самообороне. Постпритвоон Башар Джафари пообещал, что Дамаск воспользуется правом военного ответа в случае атаки со стороны США, Великобритании и Франции. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари заявил на экстренном заседании Совбеза ООН 13 апреля, что Дамаск готов к законной самообороне в случае атаки со стороны США, Великобритании и Франции. Передает РИА Новости, если эти три страны, США, Великобритания и Франция, думают, что они могут атаковать нас и наш суверенитет, то в таком случае у нас не будет другого выбора, кроме как применить статью 51 Устава ООН, которая дает нам законное право на самооборону, отметил постпред. Он подчеркнул, что это не угроза, а обещание. Мы не позволим никому атаковать наш суверенитет, указал Джафари. Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщения о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом правительство президента Башара Асада. Президент США Дональд Трамп заявил, что решил ответить ракетным ударом по Сирии на химическую атаку в Думе. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS.TMICORRESPONDENT.NET по материалам сайта news.com.